Будет бой! Попадание по щеку, и что это с нашим сарацином? Он не устоял в седле. Ярщик! Что это такое? Щит прямо рассыпается под ударами сарацина. Щит-то плохой вообще. По ногам ударяет сарацин, а ноги не дождутся. Стой, сыр, поле! Защитите Сырополя! Добивай! Кто-нибудь защитите Сырополя! Слуги! Да какие слуги? Добивайте его уже, надоело уже. Это! Вязать! Итак, сэр Артур, вы готовы? Сэр Рауль, вы готовы? Пусть будет бой! Есть попадание в основание шлема. Куда побежал сэр Поль? Бей сзади! Сзади бей! Что-то я попал по шлему за это, сэр Поль. Пусть будет бой! Попадание по счету, и я вижу, что это попадание. Сэр Поль, к сожалению, не выдерживает. Как же так? Нет, не может победить сэр Рауль. Я скорее отдам точно гарем султана, чем за этого выскочку из Гаскони. Освободите! Шута позовите! Эту желтую собаку. Пусть он поставит на место гасконца. Освободите сарацина! Что же творить на стороны? Насколько он был зол на своих врагов, даже на меня. Что это? Даже копья разлетается от удара. И сарацин еле практически вылетел из седла. И так и не устоял в нем. Свободу, если через твою смерть. Либо я тебя убью, либо сам погиб. Но это сейчас вниз не станешь. Дай сундуке. Рауль, будь мужиком! Да нигде не берутся. Спасибо! То есть сейчас ему еще раз по башке звезданет и все, Алис. Ага. О, молодец. Гони его уже. Добивай! Нет! Че, нет? Пусть добивает. Женись на нем! Че, безоружно-то? Начинается теперь, безоружного начинается. Раз ты будешь выполнить мой приказ, тогда убьют тебя! Стража! Убить его! Да, давайте короля пришибите. Революцию. Зрители,
Помогите своему королю! Положи оружие! Ты не можешь убить отца твоей невесты! Хорошо, ты победил! Революция! Ты ждешь! Опа! Я представляю вам победителя нашего турнира! Это Рауль Гатчони!